До конца 2018 года все федеральные трассы, проходящие по Тюменской области, будут приведены в нормативное состояние. Уже сейчас 71% отремонтирован, а еще 3 года назад этот показатель составлял чуть более 40%. Значительно улучшить качество дорог помогло беспрецедентное соглашение, по которому Тюменская область предоставила федеральному бюджету субсидию. Обычно бывает наоборот. И сотрудничество продолжится. Для того, чтобы отвести транзитный транспорт, грузовые потоки подальше от города, для того, чтобы с одной стороны и город развивался, с другой стороны улучшить экологическую ситуацию, мы проговорили, принципиально уже договорились на паритетных основаниях начать проектирование автомобильной дороги, которая соединит 4 федеральные трассы и, по сути, будет являться глубоким обходом города Тюмени.